Сотрудники компании «Сервисгаз» получили второй компонент прививки от коронавируса. Медработники из городской поликлиники номер 3 привезли на предприятие комплекты вакцины «Гамковид-ВАК». Фельдшер Наталья Петрухина уже привыкла к выездной деятельности. К работе в медучреждении в последнее время прибавились визиты на заводы и фабрики. Мы ездим часто, почти каждый день на производство. Сегодня 50 человек мы будем вакцинировать. Сварщик Евгений Альхин хорошо перенес первый компонент. В прошлый раз Евгений приступил к работе сразу же после процедуры. Побочных эффектов не было. Ну да, укололись и пошли работать. Все, ничего. Ни температуры, ничего не было. Ничего не было. Как вот многие говорят, там температура, что-то еще. Ну, такого не было. Ну, слухов много. Ну, я больно не прислушиваюсь к слухам. Да. Мастер участка Николай Артемьев тоже хорошо перенес первую порцию прививки. Даже если неприятные симптомы проявятся, то руководитель сразу же отпустит домой, уверен Николай. Ну, если самочувствие будет нормально, буду работать. Если что-то будет, то будет время на отдых тоже. Если последствия какие-то у кого-то были, там температура или что-то еще. Предприятие выпускает газовые котлы. На удаленку перейти не получилось бы, потому что многотонные станки и аппараты лазерной резки домой не забрать. По словам директора компании, заставлять прививаться сотрудников не пришлось. Коллектив ответственный. Всего месяца на предприятии у нас 315 человек. Вакцинацию на сегодня, вот вторая волна закончится, у нас будет 70%. Перед тем, как провести вакцинацию, мы провели средства предприятия, тестирование. И у нас 63, кажется, человек, у которых хороший титр. Там больше 8. Вот. Поэтому остальные, опять же, по желанию, мы провели собрание, объяснили важность этой задачи. Генеральный директор первым на предприятии вакцинировался от коронавируса. 21 день назад прививку руководитель перенес. Неприятных симптомов не было. В этот раз он также надеется на хороший результат. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Ул Правда ТВ.